Перво мы берем доски. Вырезаем вот такие заготовки. После этого мы их остругиваем до нужной ширины и толщины. Затем мы выставляем правильные размеры, отсекаем от наших заготовок четвертя с обеих сторон. Ну вот, закончили мы заготовки, вырезать все нужные четвертя и пазы. И начал скручивать магазины. Вот, пожалуйста, такой магазин получился прекрасный. Конечно, лес у меня не очень. Вот осталось ручки прорезать. И все, и готово. Экологически чистый магазинчик будет. Самое главное в этом процессе, это главное, чтобы были точные размеры. Вот. Кому интересно, делайте скриншот, записывайте. Вот это главные размеры. Это не я высчитывал. Очень более 30 лет стажу столяр. Он это делал вот по этим точным размерам всем желающим. И вот всего-навсего два станка. Бельмаш и торцовочник. Ну и шуруповерт для скручивания. Все у вас получится, если вы этого захотите. Всем удачи!